Это что за пиздец? Это я вот так видеть здесь буду всегда, что ли? Это что за хуй вообще? Как будто мне зеленку в глаза залили. Ну охуеть, я не хочу убивать Алдуина под ЛСД. Это вообще противоречит конвенции убийства Алдуина. Ну-ка, а Теофис работает? Теофис работает. Ну это бред тоже какой-то, я не знаю. Хотя, ну-ка, погодите, может, если стрельнуть прямо вот в эту штуку, то будет норм? Не, не будет норм. Короче, я вырублю Теофис, потому что, ну, это полный отстой. Я еще одно тупейшее какое-то изменение. Сейчас бы с выжженными глазами проходить Алдуина. Так, а что там нужно юзать... Чистое небо же, да, нужно? Нет, спасибо. Да? Когда я очнулся от хладных смерти, злой рок оставил меня. Впереди были чертоги Шора, о чем я всегда мечтал. Могу ли я войти в зал доблести? Живой или мертвый, по завету Шора, никто не пройдет по этому мосту, пока я не оценю его воинскую удаль и не сочту достойным. Ого. И чё? Куда? Ах ты сосунок, да? Смотрите, он высасывает хп. А я мертвец. Жесть, он просто соснул. Соснул, так сказать, сполна. А все, что ли? Твоя мощь велика. Достойна меня. Давно уже живые не входили сюда. Да храни Шор на твоем пути. Ну ладненько. Я пошел тогда. Ничего не хочешь сказать? Шор благоволит тебе, дорогой. Зал доблести. Бочки, вот это бочонки, вот это я понимаю, тут бухла на всю жизнь загробную. Ну что, погнали. Так, делаем супа сейф. Так, сейчас яд достанем крутой. Я всегда руки мою, чуваки. Давайте без меня, плиз. Или я обязан? Походу, я обязан. Ладно. Ну, что-то попёрдывает там пламенем, походу. Он понапризывал говна, чуваки. 6000! Ты чё, ебобо, что ли? Охуеть.
Блин, драконий жрец еще, пиздец. Вот это, конечно, неприятно. Ой, неприятно. Конечно, жестко, жестко. Очень много тварей он призывает. Неприятных. Конечно, мои помощники рассыпались в пух и прах просто. Я прям помню, как кто-то писал в чате, типа, прокачай лидерство, и на Алдуине будет тебе супер изи. Помощники будут вытаскивать весь бой. Охуенно они вытащили, в первой секунде сложились. Ух, блять, вот это нельзя было поймать, пиздец. Это самое страшное. Ядрить его гачибасит, его гачибасит. Его гачибасит! Прямо там! Ой, хорошо-то как! Все. А с него нельзя лут никакой получить, что ли? Как с обычного дракона. С него даже кости не упадают. Квестовая линия завершена. 225 опыта. Ой. Страшно как-то. Сурут Фурканоран. Здорово, Слечь, здорово. Не, их не, они наоборот говорят, что мы типа настоящий драконий, крутейший из их собратьев. Мир станет лучше без Алдуина. Возможно. По крайней мере, он продолжит свое существование. Гриклос Лейн. Да не, ну не будем убивать Фортунакса. Зачем? Он не угрожает этому миру. Прощай, Портунакс. Так, ну чё, теперь на Солдстейм, гайз. Походу, пора. Так, деревянная маска. Деревянная маска тихо гудит, наполненная незнакомой энергией. А что она даёт?
Она что-то дает, интересно? Видимо, ничего. Вот оно что. Так, ну сейчас будем помещать сюда масочки. Бюст Конарика. Конарик. Пока вы носите эту маску, с вами и непоколебимость Конарика, что способствует заживлению раны и улучшает состояние тела, души и голосовых связок. 150 тысяч стоит маска. Увеличивает магию на 100 единиц, увеличивает показатель брони на 100, обладатель может использовать свой тум чаще, увеличивает здоровье на 100, увеличивает запас сил на 100, восстанавливает 3 единицы магии в секунду, 25 здоровья в секунду! 3 запаса сил в секунду. Охренеть. Нормалды, что тут сказать. Так, а как свалить отсюда? Все, это конец игры, типа. Или че? Так, давайте карту тогда, чуваки, на камушке. Самое проблематичное здесь в том, что непонятно, какие мы камешки собрали. У нас 11 камней всего сейчас. Вот оно, да? Ух, ничего себе тут. Ой. Это кто говорит? Так, вот он. Пиздошим. Двенадцатый камушек, гайс. Вот так-то. Так, ну ладно, где здесь камень Барензии? Надеюсь, карта не наврала, и здесь действительно камень Барензии-то есть. Вот он. Фух, это было тяжело. Это было сложнее, чем убить даже Алдуина, если честно. Камень Барензии, последний. Поговорить с Векс теперь нам нужно, да? О, лютня Фина здесь была, кстати. Чем помочь? Мне удалось отыскать все камни Барензии. Невероятно! Никто до тебя не видел их вместе. Ну, за последние две эры. Сколько они стоят теперь? Когда я тебе говорила про полный набор, я кое о чем умолчала. Честно, я просто не думала, что ты так далеко зайдешь. Если камни вернуть в корону, она принесет гильдии целое состояние. В смысле? Продадим за большие деньги? Не совсем. Корона — это один из предметов, которые в гильдии зовут парагонами. Они усиливают наши воровские способности. По крайней мере, так мне рассказывали. В гильдии уже сотни лет не было парагона. Корона уцелела? Согласно моим источникам, корона находится в пещере Толвальда. Ее оставил там данмерский караван, который давным-давно ушел из Моровинда. Погодите, но если корона все это время была здесь, нужно ли вообще было собирать камни?
Ведь можно же было просто прийти сюда и забрать, или... Или как это работает? Корона Барензи. А, нужно камни в нее вставить. Погоди, это корона? Так, она пока что даже на голову не лезет. Чем помочь? Корона Барензи у меня. Я знала, что у тебя получится. В конце концов, найти камни было непросто. Ладно, я всегда держу слово. Так что вот твоя награда. Смотри, все не прокути. Эх, я бы прокутила. Боровская удача выучена. Думаешь, это все? У меня еще полно для тебя работы. Так, что за воровская удача? Везде, где можно найти драгоценные камни, член гильдии воров как-то умудряется найти еще несколько штук. Вот это да. А саму корону Барензи нельзя надеть даже? Погодите, сама корона это не корона? Мы ее отдали, походу. О, кого я вижу? Глава гильдии. Чем помочь? Ну да, мы ее отдали. Она не надевается. Да ладно, она не надевает. Я думал, что она будет надеваться. Я думал, что она будет как предмет вообще. Полная коллекция получается, да? Спиздошить ее нельзя даже. А использовать тоже. Возможно, она... Возможно, она какой-то баф давала бы. Видимо, не для вампиров. Но она ничего не дает сейчас. Брось ты это. Ты отвезешь меня на Солстейн. Ты что, меня не слушаешь? Я туда не пойду. Члены какого-то культа пытались меня убить, а привез их сюда ты. Помоги мне. Меня, знаешь ли, пытаются убить. Мне терять нечего. Эй, а я чего? Я простой моряк. Я же не со зла, я не знал. Ладно, ладно, возьму я тебя. Но отплываем прямо сейчас. Солстейн Ванилу весь проходил? Не уверен, что весь, но проходил. Ну вот, мы на месте. Ого. Это Воронья скала. Не могу сказать, что шибко рад ее видеть. Удачи! Может, ты сумеешь выяснить, что тут происходит? Прямо в ухо орет. Узнать, кто такой Мирак. Аргениально странно, что тебе под перо... Перо под бок не всунуло, ведь во вселенной расизм, доходящий до киноцидов, присущ. Да, но не знаю, здесь... Мне кажется, в Скайриме уже все более такое, сглаженное. В следующей игре вообще, мне кажется, лор перепишут, и... все будут любить друг друга. Все предыдущие лоры будут недействительны. Кто кого там убивал, кто кого вырезал. Все будут любить и гладить друг друга по головке и жить в мире и счастье, гайс. Злые лоры нашему миру не нужны. Потрогать камень? Да я в курсе, что если потрогать этот камень, мы зомбируемся. Вроде как. Давайте зомбируемся. И тогда весь мир услышит. Зомбировано. Не станет больше мира. Ты можешь сопротивляться этому влиянию. Есть. За счет силы воли. Восхитительно. Я бы не советовал еще раз касаться камня. Эффект от повторного контакта может быть... Если, конечно, ты не хочешь таким образом сделать вклад в мое исследование. Мне было бы очень интересно понаблюдать за тобой. Так, а что будет, если еще раз... Кажется, нецелесообразно. Ну ладно. Восхитительно. После прикосновения... Что украли в вероломе? Что и остальными? О,
Он все ближе к нам. Мы закончили. Ладно, надеюсь, мы внесли некий вклад в исследование этого дедушки. Ныне мы прозреем. Ну, что там? Огромное количество модов и все такое. Так, Сирана, что происходит? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Шуе. Ого, ничего себе, это что такое за место? Крий. Какой-то босс. Сош. Так, давайте к ним спустимся, чтобы честно будет, а то обуз все-таки, да? Хотя вряд ли они какую-то угрозу для нас представляют. Будем честны. Ух ты. Впечатляет. Впечатляет, действительно. Тутуру, древняя нордская кирка. Она чем-то отличается от других кирок, или она просто такая красивенькая? Грациан Карелий. Дневник Грациана. Клинок Бладскал. Ни хрена какой красивый. Обалдеть. При силовой атаке выпускает заряд энергии, наносящий 80 единиц урона. Жесть. Красивый клинок. Он бесконечный? Он бесконечный. Жестко. Хороший клиночек. Действительно, пок-чемпион. Ай. Нарезка джамбо. Смешная нарезка джамбо. Едрить. Джебейтед. Закрисош. Так, пора доставать серебряные стрелы, гайз. Едрить. А что так больно? Пришлось превосходное зелье заюзать. Он чуть не ваншотнул меня. Походу, такая же механика, как на одном из... как с этим оком Магнус или посохом. Когда у меня манны 0, ваншотает практически сразу. Жестко. Так, и где его телеса? Закрисош. Пока вы носите эту маску, с вами злость Закрисоша, дающая вам единение с электричеством. Ну-ка, давайте чекнем. Заклинание электричества наносит на 25% больше урона, увеличивает сопротивление электричества на 50, увеличивает показатель брони на сотку. Ну, неплохо, конечно, но канарик, я думаю, будет покруче все же такого рода. Черная книга. Так, стоять. Я знаю тебя, защитник. Огма Инфиниум. Это было только начало. Это апокриф, место, где собраны все знания. Утоли свою жажду знаний в бесконечных хранилищах моей библиотеки.
отстанешь от поиска, охуенно, прочти книгу еще раз, чтобы вернуться к смертной жизни. Блять, я лекцию слушаю, а тут бомбардировка. Искушение апокрифа слишком сильно. Это твоя судьба. Пиздец. Так, что за сучка здесь? Волшебные перчатки? Кого? Ядрить реген, кстати, у этих искателей. Ай! Фу! А можно не надо? Полегче. Без хентая, пожалуйста. Волшебные перчатки, посмотрите на это. О, Господь Иисус. Перчатки члена. Да, судя по всему, конечно, вот эти вот локации с черными книгами будут тяжелыми. И это что за тварь? Ты кто? Луркер. Примерно вот так получается выглядят те, кто сидят на стриме без чата, просто сидя молча, не принимают активное участие в чате. Луркеры, они как-то вот так и выглядят. Крарыбоубийцы. Так, все получается, валим отсюда. Книг дофига, к Хермиус Мёрже, ну да, библиотека все-таки, все такое, здесь умные люди сидят. Так, это что за зазуга? Интуиция любовника, интуиция соратника, интуиция ученого. Это я что-то получить могу, что ли? Ну, допустим, любовник. Вы наносите на 10% больше урона, если сражаетесь с лицами противоположного пола. За один раз вы можете получить только одну способность этой книги. А это навсегда? Охренеть, надо все тогда книги будет найти. Интуиция соратника. Ваши удары, крики и разрушительные заклинания в бою не наносят вреда спутникам. За один раз вы можете... Так, окей. Ну не то чтобы я и так причинял вред Сиране, я к ней очень уважительно отношусь и никогда не наношу ей вред. Интуиция ученого. Получаемый урон из стихийных заклинаний уменьшен на 5%. Имба полнейшая, берем. Не, ну вообще в теории я бы мог играть не Джамбо, а Джамбессой. И в таком случае вот этот перк был бы крутой, я бы Мирака сильнее убивал. Берите на заметку, гайз. Джамбессой даже как-то покруче было бы играть, потому что большая часть противников все-таки здесь мужчины, так или иначе, как мне кажется.